Друзья, всем привет! Пришло время пересадить наших пчелок из вот этой ловушки в колоду. Решил я взять вот эту колоду. Она двухсоставная, перед вами одна часть. Внутри в этой колоде находятся вот такие вот рамки. Это средние рамки, примерно по размеру как 300. Сбоку, естественно, рамочки поменьше. Вот боковая рамка, допустим. Так, всего здесь 9 рамок, то есть 8 рамочек и 9 это брусок пустой. Давайте пробовать вот этих всех пчелок перекинуть в эту колоду. Надеюсь, им здесь понравится. Колода неплохая, из ольхи, высохла, все хорошо в ней. Работы, конечно, пчелкам предстоит много. Ну, что поделать. Самое главное, друзья, чтобы этот рой не слетел с этой колоды, так как опыт есть, что заселенный рой не всегда приживается успешно, он может улететь. Поэтому для надежности, на примере, вот как эта рамка я ставил в ловушку для привлекательности, мы сюда приделаем рамочку с этой ловушки с расплодом и ставим в эту колоду. Поэтому, друзья, давайте вскрывать нашу ловушку и пробовать переселивать пчел. Погнали! Так, открываем нашу ловушку. Немножко нужно ее подремонтировать. Муравьи собрались. Навели порядок после нашего разгрома. Все отлично. Да, друзья, здесь личинка лежит. Значит, надо эту личинку, эту рамочку приделать. Вот так, друзья, рамочка на бруске готова. Здесь личинки много. Это я делаю для того, чтобы пчелы мои не покинули мою колоду. Все, выколачиваем. Раз напырскаем им там нектара. Вот так, друзья, сидят в ловушке еще на стенках, смотрите. А вот этот сам отстроенный, что они отстроили, видите, сколько пчелки там. Сейчас дымарем чуть-чуть их подгоним в эту, в колоду. Вижу матки здесь я. Все, друзья, с этого роя.
навели, друзья, мы переполох. Ну а что поделать? По-другому не пересадить. Пчелки вроде с литочком обозначились. Ну что, друзья, пересадили мы рой в эту колоду. Но так делать ни в коем случае нельзя, как я сделал. Лучше всего не полениться, потратить время, найти матку, если вы хотите, чтобы все было хорошо. Посадить маточку в какую-то клеточку, либо коробочку, пересыпать сюда рой и уже конкретно, чтобы вы знали, что маточка здесь, выпустить ее, что она уже будет в этой колоде. Ну, как видите, я все тут струхивал, высыпал, где-то на пол, где-то куда. Поэтому мало ли что могло случиться. Ну, конечно, маточка, если вдруг не попала сюда, она может обратно залететь. Ну, а может и не залететь. Это уже всякое может быть. У нас уже немножко хочет собраться дождик. Поэтому пчелки по-быстренькому. Вот буквально уже за 10 минут все вот, я их накрыл. Они все пытаются зайти под холстик и уже спрятаться в этой колоде. Пускай они обживают эту колоду. Завтра, я не знаю, посмотрю, не посмотрю. Обещают на целый день дождь. Поэтому побыстрее захотел я их сегодня посадить, чтобы завтра возможности смотаться не было. Ну а послезавтра уже не захотят улетать отсюда. В лес завезем эту колоду. Поставим еще вторую надставочку на нее. И пускай пчелки все лето работают в этой колоде. Будем приезжать и смотреть, что у нас получится в конце сезона. Вот такой, друзья, небольшой ролик получился. Смотрите, будет продолжение по этой колоде. Будет интересно у нас с роями. На этом я с вами буду прощаться. До новых видео. Пока-пока.